Фото из города Омска? Нет, нет, я... Нет, я сейчас в Сызрани. Также после входа последовала попытка перевода денежных средств на имя получателя Сергей Фантон Андреевич. Это клиент Тинькофф Банка. Уточните, данная личность вам также незнакома? Антонов, ну я знаю, это же... Который Юра, Юрий, да? Сергей Фантон Андреевич, клиент Тинькофф Банка. Уточните, данная личность вам знакома? Ну это этот, который поет. Летящей походкой? Нет? Нет. Ну, который это? Летящей походкой. Ты вышла из... Нет? Нет? Не он? Уточните, данный летящий был произведен вами или же нет? Ну, вы же говорите, нет, что это Антон. Антон Андреевич, как личность, вам знакомы вы осуществляли перевод? Нет, 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 я не знаком с ним, я только песню узнаю. Да-да. В таком случае система банка приостанавливает данный перевод как подозрительный из-за несоответствия региона оплаты, а также IP-адреса. На данный момент нам необходимо с вами оформить заявку по факту мошенничества, поскольку про обменность данной действия вы не подтверждаетесь, верно? А что, этот, получается, Антонов мошенник? Я говорю, не ожидал от него. Получается, он мошенник, он нормально был вроде мужик. Вроде бы, да, был не почти. Первый раз ко мне звонят. Я ждал этого момента. Когда же они найдут, эти мошенники, мой номер? Нашли? Молодцы.